Ребятушки, всем привет! У нас уже 25 февраля. Собрались мы сегодня с Михалычем на рыбалку. Но не в ту избушку, в которой были в прошлый раз. Ну, чуть повыше, чуть подальше. Километров 30 до нее ехать, да, Михалыч? Да. 30 километров. Вот отъехали немножко от дома. От поселка? Ну, от поселка, да. Сейчас по традиции, ну, по 50 грамм. Да, ехать далеко. Надо, как говорится, поднять. Ехать далеко, да. На душу. Так, для согрева. Да, для согрева. Рыбацкого напитка. Да. Ну, давайте, все, встречаемся там уже, на избушке. Я чувствую, что мы уже на подъезде. Опаньки, опаньки. Что там, Михалыч? Чё-то молчит. Тут нам не выскочить. Что там, вода? Сейчас посмотрим, что там. Водичка. Сегодня потепление. Но ничего, ночью мороз будет, все схватится. Опа. Ничего, ребят. По речке уже прям, можно сказать. Михалыч говорит, иди пешком прогуляйся, посмотри. Он пошел за снегоходом. Сначала что-то побоялись спуститься на речку. А тут что на самом деле, воды-то и нет толку. Чуть-чуть, это все фигня. Надо избу найти. Где-то она должна быть здесь неподалеку. Вообще на улице благодать, тишина. Крутяк. Птички поют. А вон она сидит сверху. Чирикает. Изба-то где, Михалыч? Где-то здесь правая изба. Что, говоришь, удочки забросишь, да? Ну ты дырку просверли, а то... Конечно. Сейчас я поставлю, все проболю. Так, что где сверлить, Михалыч? Здесь? Здесь прям, где стоишь? Ты под жерлицей или под удочками? Под жерлицей. Ну что, ребятушки, Михалыч пошел на удочку рыбачить. Я тут уже пару-тройку лунок просверлил. Сейчас буду пробовать жерлицы ставить. Так что так, на нашего любимого живца, мертвеца. Ну, как обычно, под верхний плавничок ее. Здесь вот, короче. И уже без разницы, она все равно дохлая. Глубину я уже отмерил. Так вот. Ну все. Будем надеяться, щупакабра здесь хапнет. Бля, жерлица дальше. Весь процесс снимать не буду. Тут еще поставлю одну, там походил одну. Ну и здесь. Михаил сказал, все на пятачке ставь.
Здесь должен быть выход щуки. Еще поставил здесь 5 жерлиц. Получается, на заходе в речку. Здесь одна. Сейчас пойду попробую там с Михалычем порыбачить. Вот так вот, пока я там жерлиц расставлял, Михалыч уже хрюска выудил. Молодец, а? Смотрите, ребятушки, какой красавчик. Вот так вот. Такие здесь плавают рыбёхи. Вот так вот. Молодец, Михалыч. Что, сразу взял? А у тебя этот опарыш с собой? Давай, сейчас будем пробовать. Ну что, уже дело у нас к вечеру. Удочки расставили. Там течением болтает. Да. На сегодня, конечно, единственный хрюсок. Но зато какой красавчик прям. Такой вот он. Хоп. Красавец, просто красавец. Ну что, ребятушки, начало уже темнеть. А, ну за водой спустимся. Жерлицы поставили. Удочки оставили. На бурашке здесь наверх не подняться. Здесь водичка. Вон Михалыч штурмует первый. Михалыч, если я провалюсь, меня хоть вытащишь? Ой, ёб мать! Я пошутил. Что-то здесь как-то жиденько совсем, да? Так что еще завтра не замерзнет. Ну так вот. Целый, короче, огород здесь на жерлиц. Изба, короче, находится вон там наверху. Сейчас будем штурмовать. Ну, здесь, походу, Саня подымался на буране, да? Так что так. Тёпаем. Наверх. Наконец-то мы добрались до избушки. Фух. С непривычки, конечно, тяжковато. Подъем такой грузненький. Ну все, что, располагаемся там. Обустраиваемся. И дальше покажем вам, что там как и зачем. О, что, отсюда речку видать, да, Михалыч? А, это старец. Ну так, короче. Вот такая изба. Ну что, Михалыч уже печку тут растапливает. Фонаричку такой вот повесили. Станции у нас с собой нету. Станция у Михалыча загнулась. Накрылась медным тазом, да? Нормально. Ну, изба, конечно, невысокая, где-то метра, наверное. 1.60 метра, наверное, да, где-то? Потому что я вот стою, согнулся, с три погибели. Но это лучше, конечно, чем на улице ночевать. Дровишки, мовишки. Еще. Котелки, ведра. А, лепота. Где тут лампочки у них такие здоровые, что ли, там лежат? А у них это... А, прожектор здесь стоит, да? А, вон. Прожектор. Нифига себе, блядь. Станция. Михалыч за водичкой сходил. Как обычно, по-молодецки. Поставим чайничек. Будем весь вечер чай пить. Делать нам же нехер. Будем пить чай. Что, здесь ближе к этому? Да, трубе? Только это что-то ручка не держится нифига. Должна сплавиться, наверное, да? Ну вот так вот обустроили здесь. Ну, в принципе, что обустраиваться? Осталось только раздеться. Здесь не первый раз. Так что.
нам что тут обустраивается? Конечно, сейчас тапочки оденем, разделимся. Да. И по-домашнему будет все у нас здесь. Так, вот сальца чуть рубанули. Так, что надо, огурчиков надо закидать. Так. Огурчики у Михалыча с огорода. А? Не магазины вам. Чисто северный вариант огурчиков. А? Как пахнет-то вкусно. Они ядреные, блин. Перченые, не ядреные. Да? Но. Но не мы этот маринованный же, не соленый. Маринованный. Вот так вот. Сосисочки. Котлетки. Типа домашние. Ну, типа, не знаю, там этот. Ну, моя заготовила вкуснятину какую-то. Хлеб порезать. Подогреем. Чебуреков Аськиного исполнения. Че, фонарик стоит? Вот такие вот. Сейчас масло чуть разгорится, я наверное, наброшу. Куда? Ну, чебуреки или что-то там греть. А на голову себе типа деть? Ой, хорошо, давай. Проходит никак. А и кто же тут кровать-то, смотри? Дух я как в этом. У них, видишь, чуть этот закис. Заплеснела чуть стена. У нее, походило, не обработали, да? Ничем. Ну, да. У Женьки же тоже такая ботва была, они там что-то сделали. Ну. Так что так. Ух ты. Печка-то именная. ХВА. Да. Харитонов Василий Александрович. 55. Вот так вот. Это вам, ребятушки, не хухры-мухры, блядь. Именная. Он сам варит. Чё? Да, он молодец, но. Все варит, и нержавейку, и всю ерунду варит. Давай, Михаил, скажи. Как-то так. Значит, что сказать? Тут все сказано и так. Рюмки налиты. Да, тут поляну сообразили небольшую. Поляну накрыли. Немножко, чуть-чуть немножко. Картошка-то у нас не жарится там. А где у нас картошка? Вон стоит. А по-любому надо доставать уже тоже. Так надо бы ее на что тут поставить, кастрюльку на этот. Так вот, можно доску сюда. А? Давай. Ну давай сделаем вот так вот по-русски сейчас. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ёлки-палки, лес густой. Ходит Ванька холостой. Ты видишь, как я четко замутил? Угу. Зря школу прогуливал. Не зря, не зря. Да. Кто бы сомневался. Давай за 23 февраля хоть выпьем. Там. За 23 февраля, но да. Не довелось. Вот сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Давай. Ну давайте, ребятушки, на этой, на этой приятной ноте закончим этот вечер. Не будем вам показывать нашу пьянку. Завтра с утречка увидимся. Все, давайте. Всем пока. Спокойной ночи.